веселые глаза. Грустить сегодня как-то не с руки. И я вам попытаюсь рассказать, как шли в пятерку наши старики. Вы знаете меня давным-давно, я уже вижу вас не в первый раз. Как выйдет ведь другого не дано, спою вам этот маленький рассказ. Как перевал за перевалом, проклиная рюкзаки, вверх и вниз по грязным скалам лезли наши старики. Пятерки для нормальных нету мест, там сборище людей наоборот. Берут лишь тех, кто очень мало ест, но в то же время очень много прет. Поэтому поперлись за Арсой, Принц Суэр, Белокуров и Светло. Кудрявого пристили колбасой, их по перевалам понесло. И перевал за перевалом, проклиная рюкзаки, вверх и вниз по грязным скалам лезли наши старики.